Жертвами злоумышленников несовершеннолетние жители региона становятся часто. В прошлом году в Иркутской области и вовсе увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей. Причем сразу на 30%. Намного чаще малолетних стали грабить и убивать. Однако большая часть злодеяний по-прежнему против половой неприкосновенности детей. По статистике, чаще всего растлевают и насилуют несовершеннолетних соседи. Не отстают отчимы и родные отцы. Число подобных злодеяний в Прибайкале продолжает оставаться на высоком уровне в сравнении с другими регионами страны. При этом общее количество преступлений против детей в Иркутской области за год снизилось на 21%. Стоит сказать, что и сами подростки стали реже приступать к закону. Однако такая тенденция наблюдается далеко не везде. В ряде территорий несовершеннолетние, напротив, стали чаще совершать преступления. Более 60% в Зимнинском и Тришевском районе. Почти на 40% в Куйбышевском. В целом по области на 14% больше зарегистрированных групповых преступлений, совершенных совместно со взрослыми. Особенно это характерно для областного центра. Негативные тенденции детской преступности выявлены в городах Ангарске, Братске, Усть-Куте, Подайбо, Куйбышевском районе. В целом же уровень преступности в Прибайкалье за прошедший год вырос на 2%. Увеличилось число краж, разбоев, а также мошенничеств, особенно с банковскими картами. Самыми криминальными районами Иркутской области стали Шелиховский, Аларский и Тайшетский. Всплеск преступлений замечен в Усолье, Черемхово и Ленинском округе столицы региона.